Восьмиклоп отличается от 16-клопа тем, то, что восьмиклоп имеет тягу на протяжении всего диапазона оборотов, то есть с самых низов и до самых верхов, когда вы нажимаете газ, восьмиклоп начинает быстро ехать. А 16-клоп имеет тягу только с 3-4 тысяч оборотов. То есть в этом восьмиклоп обыгрывает 16-клоп. То, что он постоянно может, вы можете дать ему под газ, и он поедет. Не знали? Фатальная ошибка.